Итак, друзья, всем привет. Я думаю, не заставил вас ждать новый видос. И что бы хотел сказать изначально, это большое спасибо. Вы достаточно тепло меня приняли. Я смотрю, за сутки более 100 просмотров. Это очень круто. Спасибо, мне очень приятно, что вы все посмотрели, что вам было интересно. Вот. И поэтому спешу сделать второй видос, так сказать. О чем таки пойдет речь, кстати? Давайте сделаем все репосты этой записи, прям массовый такой репост сделаем, чтобы расскажем всем своим друзьям, скажем, здесь круто все, чтобы сюда валили, прям сделаем кучу малу, устроим тус, устроим пати, короче, собираемся все, делаем репосты, ставим лайки и рассказываем друзьям, и собираемся все, знакомимся, чтобы нас было много, чтобы было весело, вот. Итак, о чем сегодня поговорим? А сегодня реально таки вам придется посмотреть этот видос через YouTube, а не через группу ВКонтакте, чтобы попасть на YouTube канал на этот видос. Вот внизу можете увидеть, где видео. Так, мышкой пошевелите, там, короче, есть значок YouTube. На него нажимаете, короче, попадаете на канал и именно на этот видос. Почему именно так? Да потому что, короче, вот здесь, выше меня, там будет такой значочек с подсказками. Нажимаем на него и сейчас дальше все расскажу. Суть в том, что я объявляю... Вот, кстати, моя тачечка, моя любимая, самая-самая лучшая. Я думаю, многие из вас помнят ее по предыдущим видосам. Так вот, суть в том, что я запускаю конкурс. Да, здравствуйте, конкурс поехал. В чем будет заключаться суть? Нажимаем подсказку. Там в подсказке в видосе будет, короче, опрос. Опрос будет по выбору машины. Собственно, там будет предложен ряд из трех машин, за которую больше проголосуют. Но такой мы, короче, будем дрифтовать, набирать как можно больше очков. И самые лучшие, короче, тройка самых лучших, собственно, залетят в три последующих видоса, которые будут выходить от меня. И как это будет выглядеть? То есть мы вас пропиарим полностью, вообще прям четенько. Там будет биография ваша, на какой тачке вы катаетесь, где ваша страница, как можно с вами познакомиться, чего вам интересно. И все это будет достаточно круто выглядеть. Так что если хотите попасть, блин, голосуем, принимаем участие, дрифтим, набираем максимальное количество очков. Вот. И все это скидываем скрины и комменты, и все это под видео, либо мне пишем. Меня также легко можно будет найти, и там ссылки есть, много где есть, можно на канале найти. В описании, в этом, как его называют, ёлки-палки. Там, в общем, есть о канале, и там есть, типа, я ВКонтакте. Также в группе ВКонтакте можно заметить под записью, под этой записью. Там будет подпись, типа, Роман Леонов. Вот. Так что, вот такой вот конкурс. Достаточно крутой конкурс. Принимаем участие. Ага. И, собственно, как он будет проходить? В течение суток мы выбираем тачку. Потом я выпускаю видос о том, какую тачку все-таки выбрали, на какой тачке будут все дрифтовать. То есть надо будет именно на этой тачке набрать максимальное количество дрифта, поставить свой рекорд. И далее, через, я думаю, дня три нам на это хватит, или два. Но это вы уже в комментариях напишите тоже. Два или три дня дать вам на, так сказать, на установление рекорда. Вот. Как поставить и как все это соберется, я выпускаю видосыч. И вы пропиарены, вас все знают. Я считаю, это прикольная штука такая. Вот. Потом, что еще хотелось бы сказать? Вас посмотрело более 100 человек мой видос с возвращением, который... Но, блин, никто в комментариях ничего не написал. Обидно, печально, досадно. Почему? Пишите в комментариях. В комментариях именно под видео, именно на YouTube. Вот, я именно там вас жду. Давайте пообщаемся, познакомимся, кого не знаю. Я знаю, что многие здесь не знаю. Вот сегодня видосы попадут
Андрей Мальцев, Максим Олейников, Тимур Хрисанов. И я извиняюсь, если кто-то там неправильно назвал. Блин, вот езжу до сих пор как это. Не знаю, что. Так, ну пойдем на нашу любимую трассу. Гоночки. Фристайл шоссе. Репостим это видео. Вот сегодня еще попали видос. Иван Логинов, Никита Тимофеев, Влад Дуничев или Дуничев, Диана Белова. Всем вам привет, ребят. Чтобы у меня с капота торчал движок. Хочу, чтобы с капота, как у Вин Дизеля. Ну да, было бы круто. Так, на заметку разработчикам. Сделать такую фишечку. Чтобы... Движок торчал, как у Вин Дизеля. Круто. Так, ребяточки, ребята. Всем привет. Здравствуйте. Опа. И вот так вот. Ох. Ну а вон он, этот Вин Дизель, наверное, катается. Оп-оп-оп-оп-оп, боком. А что, собственно, хотелось бы еще сказать. Да много чего. Кстати, не забывайте подписаться на мой канал. Да. Потому что чем больше с вас подписчиков, чем больше с вас комментариев и просмотров. Ладно, просмотры вы умеете делать. Это зашел, посмотрел. Я смотрю, вам все-таки интересно. Посмотрели, очень здорово. Спасибо. Мне очень приятно. Вот. Ну, не забывайте писать комментарии. Ну, не знаю. Пишите что-нибудь. Что вам нравится, что вам не нравится. Я вот как раз таки сегодня исправил изображение. Теперь оно не сплюснутое, как в прошлом видео. Там было вообще просто ужас, пипец, аж. Кому-то там больно было. И, кстати, отдельный привет хотелось, да, передать. Кому же. Я вчера заходил в игру и встретил своего старого знакомого. Это был... Кто же это был? Это был Ярослав Лис, да. Также большой привет передаю Лео Дмитриев. Он тоже достаточно-таки сразу же отметился, что он здесь до сих пор еще, что он меня видит. Что я вещаю. Иван Хаяров, тебе тоже привет, если вдруг будешь смотреть. И кто же еще? А Иван Стругих, ну, тоже пару советов мне дал по настройке. Так просто пообщались, давно не общались. Вот, так что привет вам. Собственно, давайте подытожим этот видос еще раз. Повторяю, сегодня именно этот запись, именно это видео мы репостим. Сейчас, подождите, вот так вот брутально достану такой типа крутой тип на бэхе. Вунь-вунь. Ой, поехал. Так вот. Репостим запись, рассказываем друзьям. Говорим, что, блин, круто, сюда надо идти, сюда, здесь сейчас пообщаемся, затусим, вообще все ништяк будет, все перезнакомимся, будет вообще не огонь, огнище пламенное, вот. С репостом решили. Пишем комментарии под видео, именно переходим, короче, на видос, вот этот YouTube, там, а вот здесь чуть выше будет, короче, это штукенция с подсказками, нажимаем на подсказки, там голосуем за тачку, на которой мы будем дрифтовать, на которой все будут дрифтовать, кто будет принимать участие в этом дрифте, выбираем, собственно, что за тачка будет, и потом я делаю видос еще, мы, значит, дрифтим, появляются у нас три лидера, эти три лидера попадают в последующие три видоса. Ну, я с вами спешусь, то есть мы там обсудим, что о вас рассказать, что там еще сделать. Кстати, если у вас будут какие-то видосы свои, вы скидывайте мне, там, типа, если привет хотите передать кому-то еще, скидывайте, я это залеплю в этот же видос, вообще все сделаю четенько, все будет красиво, просто вообще шоколадка. Я клубничка Никита, так, и что-то все разбежались, какой-то Максим Персианцев.
Максим Персанов, тебе тоже привет. Присоединяйся к нам, у нас здорово, весело. Шучу. На самом деле все скучно, печально, да? Катаемся, что-то дрифтим. Я, конечно, понимаю, многие сюда заходят. Никита Тимофеев. Пока. Какие необщительные сегодня ребята попались, не хотят общаться. Вообще. Печально. Я аж сплакнул. Шучу. Так вот. На чем мы остановились? А, ну вот, поговорили насчет того, что будет там, будет там. То, что вы будете в следующих видосах. Далее там еще какой-нибудь конкурс запустим. Если же вы, конечно, будете активно принимать участие. Все зависит только от вас. Зависит в большинстве случаев от вас. То есть вам будет интересно? Мне будет интересно делать для вас что-то. Я думаю, все прекрасно понимаете. Вот. Какой-то музон играть такой. Непонятный, если честно. Что-то типа хип-хопа или рэпа. Ну, можно было бы зачитать под это пару куплетов я. Вот. Вот такие пироги, ребята. А, как мне это весело. Не, ну вот эта тачка, она прям самая шикарная. Я прям обожаю ее. Прям лучшая. Лучшая из лучших. Прям, блин. Огонь, огнище. Не, я, конечно, намного на каких еще не катал. Понимаю. Ладно. В принципе, на этом сегодняшний видос подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Ладно. Блин, что за фигня? В смысле, раньше нормально катался, сейчас вообще не могу. Как Альберт в натуре. Емела Хаяров. А вон, вижу. Сейчас, погоди, постой, я тебя догоню. Стоять. Ну, хотя бы сотку сделать. Вот, боком, вообще молодец, малышка, красава идет. Ксюня Иванова, Ой, давай, боком, вообще огонь, красоточка. Ой, какая хорошая, как я тебя люблю. Ой. Вот, вообще молодец, малышка. Ой, вот так вот не надо делать. Ну, ладно. Ой, я видос пишу. Блин. Ладно, всем пока.